Доброе утро, уважаемые зрители! Сегодня мы представляем новую схему, которую завтра буду делать и запускать. Называется Грек-1. В принципе, схема мало отличается от предыдущих, но там добавлено, то есть эта схема как бы соединенная с СССР и с Владивостоком, называется Грек. Схема СССР также буду опробовать завтра-послезавтра. Сейчас идет заряд батареек, время много, то есть пришлось восстанавливать. Сейчас вот заряжаем, то есть надо зарядить, чтобы были полные батарейки, до 90 хотя бы процентов, одинаковая. А потом пусть сегодня запускал, но они разные, по емкости разные, одна быстрее выдыхается, вторая медленнее тут чем. И в СССР, как я говорил, там у меня есть еще недоделка в том, что реле греются. Сегодня, правда, я не пускал на сильный ток, а надо, чтобы была, как говорится, инерция, сила дополнительная, свободная энергия. Надо оборотов больше. Но пока у меня раз нету этих самых реле более мощных, значит, еще завтра проверим еще то, что я не доделал. Сейчас заряжаются батарейки. И завтра же уже подготовил, значит, еще моторы. И проведем, значит, соберем. Послезавтра, значит, будем запускать БГТ Грек 1. То есть опробуем. Сейчас покажу схему этого БГТ. Итак, схема БГТ Грек-1. От 1 апреля. Так, значит, что у нас идет? У нас идет, значит, также мотор. Потом идет вал. Потом генератор тока. На генераторе тока. На втором тут один вал, у него с двух сторон вал. Один с этой стороны, с другой стоя. Мне пришлось там разобрать, чтобы вал вышел второй. А на первом валу сидит, значит, у нас маховик, маховичное мотор, маховичное колесо от велосипеда большого. И тут же со щеток выход на значит, выпрямитель. И тут же схема идет. Как в СССР, то есть переключение батарейка. Сначала первая батарейка крутит выпрямитель. Вот здесь инвертор стоит. Питает инвертор. Инвертор питает выпрямитель и запитывает систему. А вторая батарейка заряжается. И вот тут реле, так же как в той схеме, реле я уже опробовал, оно работает, все срабатывает, но вот эти реле немножко греются. Если дать чуть больше току. Поэтому маховик, как я надеюсь, маховик позволит и на малых оборотах, то есть чтобы не грелись реле, пока нет других, достигать, значит, дополнительную энергию. И тут переключение идет через реле, через каждую минуту. То это сначала это заряжается, потом это заряжается. Это заряжается, это значит запитывает. Вот и потом через минуту наоборот. Это запитывает, это заряжается, а это уже запитывает. Вот. Ну и возможно будет переключение, но это еще под вопросом. Может и так оно пойдет. Третье реле. Посмотрим, какие обороты будут на маховике. Вот. Ну и здесь, как обычно, значит, инвертор, выпрямитель, батарейка, которая его питает. И система, как говорится, закруглена. Не закруглена, а как бы отдельно идет она. Потому что она включается, она не включается вот так вот как бы вместе, а переключение идет. Сначала батарейка один питает отдельно от этой
Батарейка 2 берет заряд. Через минуту, наоборот, батарейка 1 берет заряд, а батарейка 2 питает систему. Вот такая схема будет собрана. Уже все готово у меня. Подготовил, да, только собрать и подключить-то. Делать час-два. Проверим. И результаты этого сообщим. Ролик выйдем. Ну и ролик я из СССР там ролик дал, что-то не можем попасть, загрузить с телефона его. Будет позже. Ну вот такая схемка. Это все здесь нового, то что здесь, кроме мотор-генератор, как в схеме СССР, еще и маховое колесо. А также здесь, как в СССР, все в схеме. То есть это схема СССР, плюс к ней маховое колесо прикреплено. Немного другое расположение моторов. То есть и с этой стороны, там с одной стороны они, и все. А здесь с двух сторон два вала получилось. Здесь разобрал мотор, генератор. И здесь получилось, можно зацепиться вот этим вот валом, к этому валу, чтобы вот этот мотор крутил этот. Вот такая вот, такая система. На этом сегодня заканчиваю. Ждите ролики уже с показом, как говорится, натурального все. Ну, я ролики также делаю, записываю. Сейчас вот разберемся, там не можем попасть. Через это самое, через провод. Телефон что-то не дает на компьютер. А напрямую загрузить через интернет, там что-то у нас с паролями. Ну, в общем, это в течение 2-3 дней эта разборка будет. И будут ролики уже не со схемой, а с конкретным изображением. Как чего там не запускал. На этом сегодня, как говорится, разговор останавливаю. До скорых встреч в эфире. До свидания.